Приветище! Это Мишаня в страшной сказке, и мы продолжаем. В прошлой серии мы укокошили завистливую русалку, и теперь нам нужно что-то здесь сделать. Наверное, может, упасть сюда? Как думаешь? О, точно! Именно сюда, куда упала русалка, ее перемолотила. Мишка бежал, плыл, рвался наружу через зловонную жижу, не останавливаясь ни на миг. Добравшись до конца трубы, наши друзья оказались в огромном комплексе городской канализации. Другого выхода не было, и Мишка решительно дернул за цепочку в центре помещения. Комнату наполнила вода, и будто в гигантском унитазе водоворот унес путешественников прочь вместе с мусором. Мишку утянуло в еще одну, более извилистую трубу. И, наконец, выбросила наружу с потоком склизкой грязи. Канализация вынесла наших героев в такое же отвратительное болото. Мы на болоте. И кто здесь может быть в этом болоте? Механические летающие комары здоровые. Обалдеть. Обман. Так, значит, смотри, у нас... Первый грех – наивность. Хотя как это можно грехом назвать, наивность, да? Жадность – вот это уже грех. Потом эгоизм, потом ненависть, потом зависть, безумие. Это получается у нас уже 6 грехов, да? Обман – это 7. Хотя наивность, если не считать за грех, то получается всего 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот 7 будет дальше. Короче, как-то так. Погнали. Посмотрим, кто нас здесь захочет обмануть. И что вот эти комары умеют делать? Они стреляют какой-то красной жижей, отравленной. Словно выпитая кровь превращается в какую-то, знаешь, это, инъекцию, заражающую тебя. Как здесь все... страшно. Противно. Может, мне туда не надо? Ну, хотя я могу поплавать здесь. Скелеты какие-то там. Нет. Мне лучше подняться, наверное. Скелеты рыцарей, вон каску вижу. Давай сюда запрыгнем. И туда как-нибудь перелетим. Офигеть, ну такие комары, конечно. Может, здесь тоже какой-то ученый есть? Который изобретает эту всякую нечисть. Туда не пробраться? Зеленое яйцо. Ого, страшно-то как. Это что за фигня из-под земли вылезла? Что это за гусеница? Вон, сзади, смотри. Офигеть, она будет меня сейчас преследовать? Не-не-не-не-не-не. Она еще и бурит. Прям бурит. Пока я ее тут не победю, видимо... Что ты такое? Покажись. Черт, пробурила меня. Ну это, короче, какая-то механическая гусеница. Буровая. Убил ее. Проход открылся. Спускаемся очень осторожно. Я бы вот так вот по стеночке... Шлеп. Сейчас подхилимся. И идем дальше. Уточка. Какая милота. Привет. Но за милотой может скрываться что-то опасное. Ну давай подойдем к ней аккуратненько. Вау! Ты кто такой? Ты что? Нифига себе. Это паук? Утка? Она ядом пуляется. Не-не-не. Не-не-не. Вот так вот тебе. Вот так вот. А, она блокирует мои атаки. Понятно. А если сзади? Готово. Ну, в принципе, она безобидна относительно. Немного урона наносит. Но яд у нее очень опасный. Ну, давай, запрыгивай, мишень. Я спрятался в колючечках. Сюда вниз можно как-то спрыгнуть? Сейчас я попробую супер-удар. Нет. Вниз он никак не ударит. Он только в бочину может. Вот это яйцо хочу разбить. Ага, она проход открыла. Это яйцо питало вот эти зеленые, едкие колючки, которые мешали нам пройти. А наверху, смотри, вон, я вижу скелет. Ну, в смысле, черепок. И за него вроде как можно зацепиться, чтобы не падать. Ого, ты видел это? Етишки-матришки, вы что тут курили, что такое придумали? Это, знаешь, как из Хаги-Ваги, там мамочка-то была с длинными руками. Вот мне вот это вот напомнило. Опля.
Что там за механизм такой интересный? Ну-ка, пойдем посмотрим. Что это такое? А, это иголки. Это иголки. Здесь нужно проскочить вот так вот. Странный какой-то механизм. Можно его сломать? Не, нельзя. Ну и ладно. Идем дальше. Значит, мы можем спуститься вниз. В любом случае, наверное, вниз, потому что тут, наверное, не пройти из-за вот этого вот всего, да? Да, колючки бьют меня. Тогда спускаемся вниз. В пекло. В ад. Ах, как бы тут аккуратненько так вот. Оп-оп-опля. Грамотно все. Ну, пойдем мы в недра ада. И сразимся. С комаром. Комарик убился с первого выстрела, что очень странно. Как это так? Можем всегда так? Пожалуйста. Ой, тут снова эта дрель. Снова с первого раза убился. Забавно. Давай, высовывайся. Попал. Умудрился. Надо стрелять с лука в нее, когда она выпрыгивает. Так будет. А, ее не пробить, прикинь, стрелами. Вообще не пробить. Попал. Разочек попал. Ну все, уже она сдохнуть должна. Сколько раз ее уже ударил-то? Наконец-то. Живучая тварина. Распутали клубочек. Тут проход открылся, отлично. Снова эта красная едкая жижа. Блин. А, ну тут вон что есть. Ясно. Если я прыгну в эту жижу, я думаю, что меня эти руки на дно утащат. Кстати, там комары были поменьше, чем вот этот вот, и поэтому... Фух. Они убивались с одного выстрела. Вот эта штука тоже опасна, я больше чем уверен, что... Да ж хватит меня тянуть в эту фигню. Я больше чем уверен, что... Она сейчас упадет, я сейчас вот так вот сделаю. Ух ты ж, ничего себе. Вот эта подстава. Это, короче, колючая расческа. Ну, раньше была расческа, и ее превратили в колючую расческу. Здесь зацепиться не за что. А как мне дальше? А как мне дальше? Просто плыть через вот эту фигню? Это какое-то железо. Железо. Желе. Я по нему ходить могу. И странно, что здесь нету этих рук, которые хотят меня утопить. Очень странно. Как наверх-то попасть? А, вон. Вон, вижу. Сейчас раскачаться нужно грамотно, чтобы не зацепиться за вот эту зеленую штуку. Опля. Есть. Перепрыгнули. Сердце этих колючек внизу. Можно наверх попрыгать. О, жаба, смотри. Ха, королева жаб. А, так вот откуда эти руки. Все понятно. Сейчас мы эти руки оторвем. Ой-ой-ой. Супер удар. Черт. Ну все, в принципе, оно того. Того сего. Но я хочу вернуться обратно, если это нам позволят. И знаешь что, подняться наверх. Возможно, там есть тайничок какой-то. Потому что мы можем и прямо пробежать, но... Да, там есть тайничок. Но тут надо быть очень аккуратным. Вот так вот. А вверху туман. Густой туман войны. Снова эта штука, надо быть очень осторожным. Ну же, комарик. Готов. Здесь руки есть? Нет. Кстати, а может быть жаб можно сразу видеть под этими желейными озерцами? Типа, знаешь, где руки высовываются, надо обратить внимание, есть ли там... Ага, жабы внизу. Могу спрыгнуть сюда, но мне говорят, типа, да, давай туда. Подожди, я хочу вот сюда посмотреть, что тут. А, там колючки внизу. Что-то тут... Не так. Кто это? Это ты, мой принц? Ты заставил меня ждать так долго? Да, это я. Боже, как ты прекрасна. Стоп, что это со мной? И кто ты такая? Прости меня, пожалуйста. Я, наверное, сбила тебя с толку. Беда в том, что меня поразило страшное проклятие. Мое тело уже много лет спит в этом лесу. Все эти годы. Я жду, что придет отважный рыцарь и освободит меня.
Боюсь, это мне надо просить у тебя прощения. У меня есть долг, который я должен исполнить, и потому сейчас я не смогу тебе помочь. Но я уверен, что рано или поздно найдется настоящий рыцарь, готовый спасти даму в беде. Не оставляй меня. Я никогда не доверяла всяким там рыцарям в сияющих доспехах. Поверь, я насмотрелась на них достаточно. Ты первый, на кого я готова положиться. Мне так страшно здесь одной. Незнакомцы пугают меня. Я ведь совершенно беззащитна. Почему же ты готова доверять мне? Признаюсь, я не самый образцовый медведь в этом лесу. Не думай об этом. Я выбрала тебя. Мое сердце принадлежит тебе. Найди меня, и я стану твоей. Пройди через болото у терновых зарослей. Я буду ждать тебя там. Я даже и не знаю, почему, но мне очень хочется тебе помочь. Только нельзя мне. У меня есть срочное дело. Я не могу им пренебречь. Понимаю, ты дал кому-то клятву и должен ее сдержать. Твоя преданность делает тебе честь. Но я не могу попросить тебя, хотя знаю, что прошу немало. Ты не мог бы подарить мне всего один поцелуй? Мишань, может, не надо? Боритесь. Давай попробуем. Я так давно ждала нашей встречи. Прошу, не заставляй меня снова ждать. Иди ко мне. Вот это поворот. Где девушка? Она не пострадала? Какая девушка? Ты бухтел что-то себе под нос, а потом как ломанулся в колючки. Так это был морок? Но такой убедительный. Девушка просила меня спасти ее. Эй, никаких девушек! Вот выдумал. Мы пришли спасать Алисию. И мы не спасаем никого, кроме Алисии. Остальных мы убиваем. Понятна суть идеи? Без тебя разберусь, кого убивать, а кого спасать. Ладно, пошли. На самом деле фейка правильно все сказала. Здесь нет никаких добрых и помогающих нам персонажей. Мы всех убиваем. Ну, я, короче, понял, кого мы видели. Это не Рапунцель, нифига. У Рапунцель же длинные золотые волосы. У этой тоже были такие золотые, ну, относительно, но они длинные. Короче, куда нам надо идти? Наверх, наверное, нам запрыгнуть должен. Это, короче, спящая красавица была. Напоминаю, что спящая красавица от того спящая, потому что она укололась веретеном и заснула. Потому что веретено было проклято и, собственно, звало веретено звало принцессу, ну, спящую красавицу, чтобы она укололась. И, собственно, проспала очень долго, пока ее не придет и не спасет рыцарь. Так что вот. Такие дела. Значит, это спящая красавица, которая хочет нас обмануть, чтобы мы суициднулись немножечко тогда. Даже не немножечко, а прям конкретненько. Она нас звала, а там шипы были. Это ж как так? Какая злая принцесса. Вот такие вот они бывают. Я понял, как мне там пробраться. Вот так вот. Опля. Готовченко. Еще выше можно, да? Давай посмотрим, что там выше. А, ну там проход. Но можно и по низу. Можно и по низу тут пробежаться, хотя тупик. А нет, не тупик. Можно спуститься. Черт. Ударился все-таки об этого комарика. Нас обратно ведут. Скорее всего, кокон разбить. Сердце вот этих вот щупалец. Кавабанга! Последний удар тебе сейчас. Нет, не последний. Но я их выстегнул. Я сдох, блин, надо было подхилиться. А вон сердце, я уже к нему подошел. Нет, снова здесь. Сердечко, жди меня. Ядовитое сердечко. Сейчас я его прострелю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень опасно, опасно. Не попасть до него. Давай, разбивай срочно. Готово, снизу мы открыли путь. И можем мы туда пройти. Что, собственно, и сделаем. Еще можно куда-то туда, в ту сторону. Ну, там, видишь, какие шипы. И платформа кончается. Ладно. Что-то там большое стоит? Или это шип?
Подожди, давай к зеркалу сходим. Вот оно, зеркало. А, ну это шипы, это вот эти вот торчащие из-под земли такие странные штуки. Ох ты ж, японский городовой. Комаридзе, ты чё? Сейчас надо уничтожить эту змеюку. Где ты там? Вылази. Найди. Интересно, куда эта дорожка ведет, что ее так охраняет? Еще и расческа эта, блин, тут. Ну туда не пройти прям вот тут никак. Сейчас я подхилюсь. Может перепрыгнуть? Стой, может быть вот так вот? Вот и все. Оу-оу-оу, не успел. Не успел, мальца. Тайная дорожка, которая нас приведет к золоту. Желе опять начинается. Упс. Ядовитая утка. Сдохла уточка. Это очень хорошо, что мы не сдохли сами здесь. Во, сердце еще одно. Так, открыли проход, отлично. Можно теперь поверху пройти, да. Да-да-да, я помню это место. Но пойдем в другую сторону. Мы справа еще не все проверили. Поэтому сейчас сходим туда. Глянем. Может, там золото есть? Может, все-таки пираты? Йо-хо-хо и бутылочка сока. Ня-н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 я. Бизим-бизим-бизим. Вот сюда проход, вот он. Что-то здесь сейчас будет. Это вода обычная. Обычная вода. Король. Привет. Ой, что-то не нравится мне это. Кто смеет тревожить мой сон? Беги, косолапый! Он излучает невероятную силу! Сгинь с моих глаз, подлое создание. Ты не напуган, маленький рыцарь. Отчего мне бояться говорящей каменюки? Ничего не боится тот, кто никого не любит. Я вижу твое сердце насквозь и знаю, что твоя слабость вовсе не в страхе перед собственной смертью. Скажи, что будет с той, кого ты хочешь спасти, если я убью тебя прямо сейчас? Умный ты для каменюки, но упускаешь важный нюанс. Я сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Как я и думал, слова тебя не убедят. Ни к чему пытаться напугать меня пустой бравадой. Я существую между жизнью и смертью, но угасаю с каждым днем. Пришла пора исполнить мой последний королевский долг. Докажи мне, что твоя отвага больше, чем бессмысленное стремление к самопожертвованию. С чего это я должен тебе доказывать? Если справишься, получишь назад оружие, которого еще не достоин. И тогда будешь свободен. И как мне доказывать тебе без оружия? И, кстати, слышал, что он сказал? Сгинь, как он сказал феи? Сгинь, подлая, или что-то типа того, он ей сказал, типа, что подлая или неверная, или что-то такое, типа, намекая на то, что фейка... Короче, что-то... Со мной он разговаривает, потому что я какой-то бравый рыцарь, да? А фею он прогнал, чтобы она не чесала мне по ушам тут. Короче, с феей что-то не все так гладко, как кажется. Вот, возможно, возможно... Может быть, это она черная кошка, кстати? Прикинь, если она черная кошка, которая весь сюжет меня сопровождала. Это вообще будет капец. Могу занырнуть здесь, но тут ничего. У меня вообще никакого оружия нет. Поэтому придется убегать от всех вражин. Тут можно просто перепрыгнуть, но есть что-то внизу. Пойдем сходим. Хопля. Я убегаю. Полезная штуковина, когда нет оружия. Это ты про что, про щит? Отлично, что я сюда зашел. Щит из консервной пробки. Крышки, или это пробка от бутылки. Новая возможность. Щит. Используйте, чтобы перемещать щит и отражать вражеские снаряды. Классная штука. Давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Опля. Ты стрельнешь в меня, комаришка?
Ай, я об зеленую эту штуку ударился. В смысле? В смысле я сдох? Я щит наверх поднял. Вы что? Он все в ноги куда-то стреляет. Он в меня не хочет попадать. Слушай, но я отразить не могу, короче, его вот эту тут. Вот эту его стрелу, которую он метает. Поэтому мы выбираемся. И идем дальше. Я отважный Михаил. Надо придумать, как защищаться от этих треклятых лучей. Я уже придумал, Мишань, не переживай. Ух, как это будет сложно-то. А, смотри, что творится. Нифига себе. Вот это поворот. Но на некоторое время только они разматываются. Ясно. Давай вот так вот сделаем. Теперь надо запрыгивать быстрее. Ух. Какая здесь технология. Готово. Кстати, насчет рук лягушки интересно. Ну-ка. Нет, я защититься не могу, я только отражать могу. Что? Как бы это же щит. Почему я не могу защититься от обычной лягушачьей ручки? Блин. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Очень опасно. Одно хп. И восстановить здоровье я навряд ли смогу. Потому что у меня нет меча. У меня нет меча и нет возможности забирать души умерших. Чтобы восстанавливать себе здоровье за счет их. Давай, падай. Последнее хп. Сердце, в сердце, в сердце надо попасть. Чуть-чуть повыше. Теперь пониже. И геометрия, блин, во всей красе. Я щит достал. Ну, прошел я твое дурацкое испытание. Это было несложно. Приятно видеть, что испытание закалило тебя, ничуть не смирив дерзкого нрава. А теперь преклони колени. То есть, вся эта возня была для того, чтобы меня унизить. Не буду я преклоняться. Ладно. Все равно ноги устали. Нарекаю тебя рыцарем, о храбрый медведь. Магия, которая поддерживала во мне жизнь, теперь твоя. Пусть же она ведет тебя мудро и справедливо. Эй, погоди. Не хватало только груза твоих обломков на моей совести. Мне не дано жить, а дано лишь стать почвой будущих воспоминаний. Запомни, маленький рыцарь. Порой свет оберегает, а порой ослепляет. Освещая дорогу, один старается указать верный путь, а другой пустить пыль в глаза, толкнуть на одну тропинку и спрятать во тьме все остальные. Не ходи за чужим светом. Не верь никому. Верь только себе и своему честному сердцу. Мечи-то забери. Ну, у меня теперь доспехи есть, я настоящий рыцарь, ё-моё. Круто. Могу принцесс спасать теперь по-настоящему. А меч-то стал двуручным. Эй, что случилось? Ты как, Мишка? Победил этого страшного деда? А вот и фейка вернулась. Да, было непросто, но я... Ножницы переполняет волшебная сила! Вот это да! Надо срочно ее забрать! Мы станем еще сильнее! Соберись, косолапый! Теперь нашим врагам не сдобровать! Ага, я, кстати, не пострадал. Спасибо за беспокойство. Двуручный меч вместо топора, видимо. Нажмите Б, чтобы ударить по врагу или препятствию. Нажмите вот эту вниз и Б в воздухе, чтобы нанести мощный удар О, круто! Вот этой способности давно не было, и при помощи нее мы можем открывать тайники. Удар с лета требует маны. Окей. Ну-ка. Ух! Подожди. А, у меня маны нет, поэтому удар с лета я не могу использовать. Понятно. Слушай, а меч-то мощный? Электрический какой-то.
Прям вообще круто. Обалдеть. Ну-ка. Смотри сейчас, что будет. Бах! Офигеть. Прикольный меч. Маны бы еще где-нибудь поднабрать немножечко. Пойдем в ту сторону сходим. А, ну да, точно. Прежде чем к королю добежать, мы же сюда вышли. Вот. И здесь мы возвращаемся назад. И тут, и тут, и тут. И что, и тут? Пойдем лягуху месить. Ты что, блок ставишь, что ли? Эй, прекрати блоки ставить. А, ну все, она сдохла. И хорошо. Сейчас подхилюсь. И где-то здесь была каменная такая кладка, которую можно было разбить. Вроде, если я не ошибаюсь. Осталось ее только найти. Эту каменную кладку. Комар, отстань. Не до тебя сейчас вообще, капец. У меня куча важных дел. Прям капец как. О, смотри, вот сюда можно. О, ничего себе, что я пропустил. Чего я пропустил? Забрали опыта. Хопля. Ну где же эта кладка-то каменная? Неужели она была в самом начале? И... Ну в самое начало я никак не вернусь. Там закрыт проход. Прям капец как закрыт. А, ну и вот здесь вот. Тихо. Здесь вот мы с тобой пошли вниз. Тут развилочка. А можно было наверх. Вниз мы пошли, встретили короля. А теперь пойдем наверх. Наверх, наверх, вот сюда. Да что ж такое-то, цепляюсь за все. Коварное место какое. Ай-яй-яй-яй. Ага. А здесь у нас был тайник. И вот, смотри, можно тут вниз прорубить. Аккуратно вниз спускаемся. Да что ж такое-то, везде эти шипы сраные. Я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну. Надо быть очень предельно аккуратным. Максимально. Там уточка вижу. Ну, спасибо на добром слове. Получила? Ах, как она прыгнула прям в меня. Я сдох. Я вернулся надрать тебе задницу. Давай спускайся. Эй, утка. Прикинь, она сдохла. Короче, когда она в форме утки и не высовывает свои еще лапки, ну вот эти паучьи, она быстрее убивается. Здесь вот тоже можно вниз. Здоровья, жабья королева. Вот так вот. Вот так вот. Ну, я сейчас постреляю в тебя. Когда ты сдохнешь тоже? Смотри, что с ней стало. Она заглючилась. А, она все сдохла, что ли? Вот теперь сдохла. Так, можно наверх запрыгнуть. Я этим сейчас и воспользуюсь. Уверен, что там что-то наверху есть. Ага, понятно. Но можно еще и вниз спуститься вот сюда. Давай посмотрим, что внизу. Вау! Это спуск. Привет, маленький комарик. Здесь... А, щита-то у меня нету с собой, чтобы отражать. Так, а как мне щит-то достать? Он как бы... Как бы... Ё-моё, как щит-то доставать? Ладно, сейчас попробую по-другому. Так вот. Здесь тупик. Ничего интересного. Спрыгиваем. Жабка. Я сейчас на тебя вот так вот спущусь. И вот так вот тебе. Готово. Так ощущение, что я здесь был. А, так я здесь был, блин. Точно. Давай обратно убираться. Идтить, молотить. Я здесь был. Мы здесь испытания короля проходили. Так что вниз нам не нужно. Пошли вон туда. Ой-ой-ой. Черт, не успел, не успел. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. И жаб, кстати, внизу нету. Руки вижу, а жаб не вижу. А не все? Того? Один готов. Все, перепрыгнули. Отлично. И вниз вот здесь вот. Нет, и тут жаба это. Рукастая жаба. Получай, получай, получай. Готово. Там опыт вижу. Сейчас придется карабкаться по деревьям. Надо очень аккуратно карабкаться. Блин, это будет сложновато. О, и тут тоже опыт. Но я за ним уже не буду возвращаться. Запрыгнули.
Думаю, вернуться за ним или нет. Тут просто можно перепрыгнуть вот эту штуку и туда за ним. Ладно, не буду. Это очень много здоровья отнимет. Блин, зачем я так прыгнул? Не надо было прыгать. Куда мне нужно попасть? Ого! Попробуй туда еще попади с таким количеством здоровья. Фух! Можно я здесь встану вот так вот и отхилюсь? Тут же можно встать, ну что ты, Мишань? Один хп, тут куча колючек, надо быть. Еще и угрь. Давай проплывай, нафиг этого угря. Вот сейчас здесь встанем и отхилимся. Отлично. Ой, хорошо как. Ой, хорошо. Обалдеть. Так, значит, вниз снова пойдем, потом дальше. Внизу может быть какая-нибудь тайная штука. Я тебя убил? Нет, я ее не убил с двух выстрелов, как в прошлый раз. А теперь убил. И я спускался сюда ради того, чтобы убить утенка гадкого. И похерить тут кучу здоровья. Давай цепляйся. Кстати, смотри, я свечусь. Да? Так ощущение, как будто у меня кости светятся. Ладно, зря я сюда спускался. Не надо было это делать, только здоровье потратил. Почему кнопки-то не работают? Идите колотить, рывок жал. Бомбит вообще адски. Нет, так не получится. Так получится. О. Мой рыцарь. Снова ты. Я любовалась тобой издали, не говоря ни слова. Но признаюсь, мне все труднее сдерживать свое пылкое сердце. Смутило. Ты смелый, честный, преданный. Ты постоянно рискуешь жизнью ради других. Увы, я понимаю, что сейчас была бы для тебя лишь обузой. Я бы отдала тебе свое холодное сердце, но тебе оно покажется отвратительным. Очень сомневаюсь. Ты так прекрасна, что у меня даже голова идет кругом. Не смейся надо мной. Мое сердце пылает страстью. Еще одно слово, и я не знаю, что со мной будет. Я вернусь за тобой, обещаю. Как только выполню свой долг. Повтори это еще раз. Только обними покрепче. Все мои мысли, мое сердце, моя душа, все мое существо отданы тебе. Опять бороться. Я сейчас опять к ней подойду и я это. Так давно ждала нашей встречи. Борис, Миха, Борис, не подходи к ней. Не подходи, не подходи. Прошу, не заставляй меня снова. Нет, ты меня слышишь? Ты там вообще живой? Моя голова. Подъем! Тихо, тихо, блоха летучая. Слышу я тебя. Нас опять обдурили. Ну что ты будешь делать с этой спящей красавицей? Она как бы реально красива, но постоянно нас обманывает. Поэтому и эта глава и названа. Обман. Опля. Получай по жопе. И вот так вот еще. И вот. Не успеешь открыть рот. Не успела. А. Куда нас это все приведет? К опыту. А там веретено. Переделанная под современную швейную машинку, которая иголкой долбит в землю. Пойдем к ней, подойдем. Ничего, верите, но я тут перепрыгну. Опа, быстренько. Сюда, потом сюда, 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 сюда. О, уточка. Сейчас я попробую в голову ей попасть. Не удалось два выстрела сделать мне. Смотри, он своей конечностью отбивает стрелы и все. Ага, ядом. Черт, надо отхилиться. Хилься давай быстрей. Короче, у меня что-то с кнопками на геймпаде. Отговорочки пошли, да? Но я вот сколько раз жал на отхил, у меня только с третьего раза сработал. Поэтому геймпад надо выкинуть. Это 100%. Если я наверх полезу, что там? Там зеркало. Кстати, надо бы отметиться, да. И теперь пойдем натолкаем
взрывных стрел ей. Готово. Еще вот сюда сходим. На всякий пожарный, посмотрим, что тут. Ну давай, давай, давай. Лети, лети, лети. Че у нас тут? Хопана. Комарики, комарики. И тебе тоже. Бабах. Отвалилось все. Фух. И куда это я прибежал? Сердце. Тут есть сердце. Ну а дальше проход как бы... Не-не-не, дружочек, давай возвращайся назад. И вон наверху оно, еще одно сердце, которое откроет нам путь. Понятно. То есть нам сюда... Ой, сколько вас тут... Че так много-то? Давай-ка я опыт вкачаю, подожди. В лук. В лук, 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 лук. А, еще больше повышает скорострельность. Ну давай вот это вот и вкачаем. Лук мне сейчас здесь дико нужен, поэтому вкачиваем. Хоп, я под водой. Что-то как-то скорострельность, ну, чуть-чуть чувствуется, да, на самом деле. Так, у меня вот это вот попали красные жижи, комарички, отравленный. Ой, жаба, как тебя я тут не ждал. Отрезать бы тебе твой язык моим могучим мечом. Ну, вздыхай уже. Готово. Е. Да что ж ты будешь делать-то с этой... Ой, тут иголки, 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 иголки. Надо переждать их. Ага, тут еще по таймингу, видишь, как все. О, получилось. Так, теперь сюда. Отхил. Блин, снова своим вирусом в меня попали. Там еще и утка. Там еще и утка. Ее придется замочить. Получила? И вот так вот тебе еще. И вот так вот. Готово. Короче, утку легко убить, когда ты сверху на нее стреляешь. Не в ее вот эти лапки, а в, прям в мягкую игрушку вот саму. Тогда она быстро вздыхает. Че ты промахиваешься? Вот смотри, прям в яйцо стреляя. Как это так? Готово. Путь открыт. Фух. Что ждет нас дальше, никто не знает. Ох ты ж, ё-моё, куда я пришел? Мой рыцарь, ты пришел за мной. Сегодня лучший день моей жизни. Подойди ближе. Только жар твоих поцелуев и объятий пробудит меня от проклятого сна. Может, не надо, Мишань? Может, не пойдем? Ты посмотри, сколько здесь рыцарей. Она говорила, что она рыцарям не доверяет. Но тут как-то стрёмно. Я так давно ждала нашей встречи. Прошу, не заставляй меня снова ждать. Иди ко мне. Она порезала нас? Серьезно? Ты видел? Она порезала нас. Я так давно ждала нашей встречи. Я борюсь. Прошу, не заставляй меня снова ждать. Иди ко мне. Может, не пойдешь, Миш? Ты мог бы принять сладкую, счастливую смерть. Но раз ты настаиваешь, я тупо и банально разорву тебя на части. У нее из рук торчат какие-то... Фу, это паук, что ли? Фу, какая она отвратительная. Она богомола похожа. Это и есть богомол. Какая ты отвратная. Ей надо по жопе давать. Вон, у нее жопа. Жопа светится. Ну, попробуй попади. Та-та-та-та-та-та-та-та. Богомольская жопа. Я надаю тебе. Еще и по низу кто-то там ползает. А можно сюда залезть как-то? А кто по низу-то ползает? Я понять не могу. Я сдох. Ну что, дубль 2. Посмотрим, кто кого. Хопа. На тебя по жопе. Буду мечами, короче, обычными долбить ее, двуручными. И вот тут вроде есть момент отхилиться. И убегаем, и долбим. Ну, что-то такое ощущение, что я ей урона вообще не наношу этой богомольщице. Прям фигню какую-то. Какую-то фигню наношу. Ощущение такое.
Ой, что-то началось. Ого, как она прыгает. Уворачивайся в последнюю секундочку, чтобы она увязла. Думаешь, это легко? Она меня одним ударом может прикончить. Да етить колотить, сколько можно-то пускать эту фигню водяную? Она не дает мне просто отхилиться, это жесть какая-то. Ну, попробуем. Давай, последний момент, когда она... Ну нет, это не получилось у меня. Вот, получилось, да? Да, она увязла в грязи, я вот по жопе ей луплю. Так, а здоровье у меня не к черту. Блин. Давай сюда. Отхиливайся быстрее, пока есть возможность. Отхиливайся, Мишаня. Не успеет она до меня дойти. Опа, по жопе тебе. Ну все, кажется, я понял, что как кого. Как ее мутузить. Сейчас размотаем ее. Конечности поотрываем. Лапки ее, шмапки. Не достало. Так, сейчас начнет прыгать. О, еще и комарики пришли. Ну зашибись просто. Вот этого еще не хватало. Так, с комариками все. О, она еще и метать начала. Метать икру. Ух. Сейчас прыжок будет, да? Ну да. Чутка ей осталось, чутка. Совсем чутка. Я отхватываю люля. Люля кебабов. Опа, отхил. Давай отхилимся чуть-чуть. Черт. Нате по жопе. Че, прыжки пошли? О, снова комарики. Снова комарики. Ух. Черт, у меня хп вообще не к черту. Блинский, это плохо. Надо отхилиться, пока она там зависла. И еще. Отлично, достаточно. Потные ручки, у меня потные ручки. Мои косолапы, лапки. Да блин. Еще. Последний момент надо. Вот так вот, нормально. Давай, по жопе. Нормально, еще разок. Давай сюда прыгай. Последний момент. И... Ну же. Чутка. Готово. Ушатал эту богомолиху. Чтоб тебя. Опять ты? Ну, здравствуй, Мишка. Ты знаешь, это было так подло. Сначала заигрывать с ней, а потом хладнокровно прикончить. Я не понимаю, что тебе от меня нужно? Ничего! Я заберу твою силу и отправлю тебя назад! Я не понимаю, что тебя так раздражает, но... Так ты... Решила меня убить. О, я забираю силу слишком быстро. Ну, прости, я не такая киса, как твоя спящая мадам. Что ты вообще за чудовище с такими-то манерами? Почему ты бесишься, как ревнивая бывшая? С чего мне ревновать? Потерял сознание? Ну ладно, пока закончим. На этот раз. Медведь! Ты живой? Да. Может, хватит меня током бить? Ну извини, что я за тебя волнуюсь и хочу помочь. Знаю, лампочка. Спасибо. Еще раз. Что еще раз? Не отставай. Ждать не буду. Полагаю, ты мнишь себя великим воителем после того, как с трудом одолел полусонную девчонку.
Смешно. Что ж, придется мне поставить тебя на место. Какая самодовольная головешка. Ты мне уже почти нравишься. Ты видишь лишь скромный отблеск моего истинного величия. Следуй за мной. Надо же, какой он милый и остроумный. Ну, все лучше тебя. You are a peach. You are a peach.